Добрый день, дорогие друзья! Рад видеть вас всех на канале Гороскоп. Хочу попросить вас поддержать мой канал. Поставьте лайк, подпишитесь и оставьте комментарий под роликом. Ну а мы начинаем! Гороскоп на 27 июля 2020 года. Приятного вам просмотра! Поехали, что ли, хорошие мои! Овен. День приглашает овнов к поиску романтики, усиливает тягу к дальним странам и чужим культурам. Возможен идеализм, повышенный интерес к географии, социологии, политике, философии, разным формам научного познания и духовного роста. Лучше исключите сегодня любую рутину, не занимайтесь вплотную бытом и практическими вопросами. Хорошо побыть на природе, организовать поход, пикник, ну или велопрогулку. Любовный гороскоп для Овна. Для Овнов идеальная тактика в этот день – это умение гибко маневрировать между своим мнением и мнением любимого человека. Одиноким Овнам стоит помнить, что готовность менять точку зрения может стать залогом успеха в налаживании личной жизни. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. Сегодня типичные Овны могут быть склонны к импульсивному самостоятельному поведению. И если вам приходится работать под контролем начальства, то справиться со своими эмоциями вам будет очень непросто. Желание привнести в работу нечто свое индивидуальное может расцениваться начальством как выходящее за рамки самоуправства. Успешно пойдут дела у индивидуальных предпринимателей, между прочим. Так что дерзайте. Телец. Тельцам лучше вплоть до самой ночи оставаться открытыми внешним влиянием, копить впечатления, так сказать. Включенное периферическое зрение расширит ваш кругозор, даст вам пищу, уму и материал для сравнений, подскажет нестандартные маневры. Хорошо оказаться в чуть легкомысленной экзотической обстановке, стоит принять приглашение на пикник или другую тусовку. Возможны минуты рассеянности и иллюзии в финансовых вопросах. Любовный гороскоп для Тельца. Постарайтесь избежать прямого противостояния с объектом вашей симпатии, так как вряд ли выяснение отношений позитивно повлияет на ваш союз. Одиноким Тельцам сегодня пригодится их хороший вкус к модной одежде и аксессуарам. Это поможет привнести яркое впечатление на интересующего вас человека. Гороскоп карьеры и финансов для Тельцов. Возможно, сегодня Тельцы будут ощущать некоторые ограничения, препятствующие вашей свободе самовыражения. Старайтесь не контактировать без необходимости с представителями власти и закона. Лучше не подавать исковые заявления в суд. Не нарушайте служебные инструкции, это может негативно отразиться на вашей репутации. Близнецы. Сегодня близнецам важно нравиться окружающим, в том числе подпитывать к себе романтический интерес. Это позволит вам гармонично вписаться в обстановку, новую компанию или предложенные обстоятельства, адаптироваться к тонкостям чужой культуры или менталитета. Поддерживая активную обратную связь в любви, браке, делах или творчестве, старайтесь не впадать в давние иллюзии по поводу себя и других людей. Любовный гороскоп для близнецов. В этот день звезды не советуют близнецам концентрировать свое внимание на мелких недоразумениях. Главное, это что вы с любимым человеком в целом мыслите схоже. Одиноким близнецам полезно понаблюдать за кем-либо из представителей противоположного пола. Присмотритесь, так сказать. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. Близнецам в этот день, возможно, придется столкнуться с осложнениями при аналитической работе с информацией. Сложнее всего пойдет этот день для тех, кто работает на компьютере. Возможны сбои в операционной системе, неполадки с выходом в интернет. Делайте заранее резервные копии документов в электронном виде, чтобы в случае поломки компьютера ваши труды не пропали. Рак. Сегодня многими раками движут добрые чувства. Нежелательна роль пассивного наблюдателя. Благие намерения важно подкрепить делом. Хорошо принять участие в волонтерской программе или неформальной акции. Оказать кому-то деликатную услугу или помощь. День благоприятен для занятий, связанных с просвещением, целительством, природой и животными. Он размывает формальные рамки и помогает взаимодействовать без границ. Любовный гороскоп для рака. Звезды подсказывают, что для многих раков успехи в личных отношениях сегодня во многом зависят от того, сколько душевного тепла они вложат в общение со своей второй половинкой. Одинокие раки могут вновь столкнуться с застарелой проблемой, связанной с бывшим возлюбленным, и это будет для вас капитальная проблема.
Гороскоп карьеры и финансов для рака. Сегодня ракам желательно не вести переговоры о сотрудничестве с деловыми потенциальными партнерами. Дело в том, что достигнутые сегодня договоренности могут оказаться непрочными, и контрагент может передумать, отказавшись от заявленной позиции. То же самое относится и к подписанию договоров. Ну а в сфере услуг проявите выдержку. Клиент может оказаться весьма-весьма привередливым, да и противным вовсе. Лев. Сегодня Львов поддерживает вера, любовь, надежда, красивая мечта, творческое вдохновение. Положительные переживания помогут склонить вас к идеализму, не слишком уместному в вашей ситуации. Не стоит никого в этом винить. Скорее всего, вы сами рады обманываться и ненадолго уйти в мир приятных вам грез, и в данные сутки вы можете себе это позволить. Хорошо посмотреть мотивирующие фильмы или послушать музыку на эту тему. Любовный гороскоп для Льва. Если вы не можете о чем-то прямо сообщить второй половинке, попробуйте намекнуть или подойти издалека. Главное все-таки донести свое мнение о тревожащих вас проблемах. Одиноким Львам развитие событий может показаться слишком бурным, но, между прочим, очень интересным. Гороскоп карьеры и финансов для Львов. Львам рекомендуется проявить тактичность в отношениях с коллегами. Сегодня в вашем трудовом коллективе складывается нервозная психологическая атмосфера. Труднее всего будет заниматься одним единственным делом, требующим рутинных длительных усилий. Если обстановка позволит, беритесь за мелкие дела, которые можно выполнить быстро и сразу. Девы. В атмосфере этого дня трудно оставаться рационалистами. Велика вероятность уступить чувству, поддаться мечте, искушению или самообману. Если вы безнадежный прагматик, слабость проявит кто-то из вашего окружения. Хороший день для творчества и романтики. Тогда вы можете без особых потерь ориентироваться на попутный ветер своих или чужих желаний. Лучше избегать важных решений и крупных трат. Любовный гороскоп для Девы. Для многих дев в этот день завиднеется свет в конце тоннеля. Позитивная динамика в ваших отношениях внушает оптимизм. Для одиноких дев этот день ознаменуется приходом в вашу жизнь новых знакомых. Общение с ними, скорее всего, будет иметь самые благоприятные последствия в дальнейшем. Гороскоп карьеры и финансов для Дев. У Дев это неблагоприятный день для любых финансовых спекуляций, рассчитанных на быстрое получение материальных выгод. Прежде всего это относится к игрокам на фондовой и валютной бирже, торговцам оптовыми партиями товара, работникам пунктов обмена валюты. Бизнесменам рекомендуется воздерживаться от оптовых закупок товара. Вот так вот. Весы. Сегодня весам противопоказана небрежность. Даже в простых манипуляциях, бытовых, технических, производственных и даже лечебных нужна аккуратность. Возможны проблемы с животными, инструментами и помощниками. Велика опасность получить некачественные сомнительные услуги. Возрастает риск ожогов, отравлений и даже заражений. Нужна ловкость в обращении с лекарствами, бытовой химией, жидкими и горючими веществами. Любовный гороскоп для весов. Для весов этот день принесет массу ярких возможностей укрепить свои любовные отношения. Одинокие весы откроют в себе новые грани обольщения противоположного пола. Не исключено, что общение с вами запомнится потенциальному партнеру как яркое и интеллектуальное. Гороскоп карьеры и финансов для весов. Сегодня весам следует бережно и экономично расходовать свои силы. Энергетический потенциал будет ослаблен, и вы можете быстро переутомиться, если неправильно распределите нагрузку. В ходе работы делайте короткие паузы для восстановления сил. Более всего преуспеют индивидуальные предприниматели, работающие именно на себя. Скорпион. Во второй половине дня скорпионы окажутся в своей стихии, но не в полной гармонии с собой и миром. Даже если вы мастер своего дела, находитесь в привычной среде или имеете дело со знакомыми людьми, вас ждут мелкие осечки. Скрытые осложнения в деловых, финансовых, любовных, интимных ситуациях. Вызов вашей проницательности. Вам потребуется хитрость или гибкость, чутье на опасность или провокацию. Любовный гороскоп для скорпиона. Скорпионам этот день запомнится как максимально активный в общении. Представители вашего знака, находящиеся в длительных отношениях, сегодня смогут посвятить себя своему любимому человеку. Одинокие скорпионы произведут приятное впечатление и заинтересуют будущего своего избранника.
Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. Сегодня Скорпионы могут быть склонны к азартному поведению, а это, как мы можем знать, чревато материальными и финансовыми потерями. Если вы работаете с финансами, то воздержитесь от инвестиций своих личных или заемных денег в совместные проекты. Нежелательно проводить операции по обмену валюты и делать оптовые закупки товара. Стрелец. Сегодня почва под ногами стрельцов становится более шаткой и коварной. День дает поле для маневра, но также и для нечестных приемов, таких как манипуляции, провокации и интриг. Возможны ссоры и скользкие моменты. Бытовые и психологические неприятности возможны в браке. Ожидаются досадные срывы в бизнесе, в делах с жильем или автомобилем. Не самый лучший момент для сближения в любви. Любовный гороскоп для Стрельца. Для Стрельцов этот день, скорее всего, сложится нейтрально, без всяких ярких запоминающихся событий. Одиноких Стрельцов ждет переосмысление своих предпочтений в отношении любви. Возможно, размышление на эту тему подвигнет вас к более зрелому взгляду на устройство вашей личной жизни. Гороскоп карьеры и финансов для Стрельца. Сегодня у Стрельцов могут возникнуть осложнения при завершении тех или иных дел или даже проектов. Особенно это типично для строителей, которые хотели бы сегодня передать готовый объект заказчику. В результате могут быть обнаружены недоделки, недостатки, и придется это все переделывать, причем, возможно, и за свой счет. Поэтому не торопитесь закрывать дела, сдавать отчеты, дабы не пришлось потом возвращаться к ним снова и кое-что доделывать. Также это не самый лучший день для ведения переговоров. Козерог. Козерогам не стоит ждать от себя и окружающих многого. Например, идеальных результатов или поступков, безупречных с моральной точки зрения. День изобилует помехами, среди которых могут быть нестабильные внешние условия, утечки и поломки, недомогания, нерадивые помощники, опоздания или плохой сервис. Возможны капризы питомцев, интриги и случаи вредительства среди коллег, родни, соседей и попутчиков. Любовный гороскоп для Козерога. Козероги проявят лидерство в своем союзе. Сегодня ваша вторая половинка, скорее всего, сможет убедиться, что вы найдете выход из любого положения. Одинокие Козероги смогут в полной мере проявить свои достоинства и покорить сердце интересующего их человека. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. Сегодня у Козерогов могут возникнуть затруднения при контактах с окружающими их людьми. Возможно, вам сложно будет найти взаимопонимание из-за излишне эмоционального отношения к тем или иным вопросам. Не торопитесь давать обещания и доверять обещаниям других людей. Цена слов сейчас понижается, к сожалению. Водолей. Сегодня водолеям не помешает внимание к финансово-деловой области и ее морально-этической стороне, например, к прозрачности сделок. Подобные тонкости станут лакмусовой бумагой для других сторон вашей жизни. Обнажите неочевидные погрешности в вашем любовном выборе, творческих приоритетах, дружеских связях или отношениях с вашими детьми. Нежелательны покупки. Возможен брак, обман или другое осложнение. Любовный гороскоп для водолея. Обидно, если некоторые одинокие водолеи не заметят трепетную любовь к себе со стороны человека, который всегда находится где-то рядом с ними. Водолеи, нашедшие свою любовь, в этот день не склонны к ярким всплескам чувств. Напротив, сейчас к вам может прийти спокойное уважение к любимому человеку. Гороскоп карьеры и финансов для Водолея. Деньги любят не только счет, но и трезвое, разумное к ним отношение. Однако сегодня Водолеи могут быть склонны поддаваться на эмоциональные импульсы при совершении покупок и принятии решения о финансовых расходах. Вместе с тем, разумнее было бы воздержаться от подобных шагов. Планы относительно шопинга пока лучше отложить. Желательно примерно на неделю хотя бы. Рыбы. Утро рыбам лучше провести в уединении, а после полудня взять под контроль свои страсти, зависимости, обиды, инстинкты и дурные привычки. Ваше потакание своим импульсом подпортит благие планы и добавит к положительным результатам досадный побочный эффект. Ну, примерно травму, стресс, ссору, боль или убыток. Старайтесь избегать заведомо раздражающих триггеров, стимуляции алкоголем и сильнодействующими лекарствами. Любовный гороскоп для рыб. Свободные представители вашего знака готовы планировать долгосрочные отношения, основанные на общих интересах и схожести характеров. Рыбы, связанные обязательствами, могут увидеть новые перспективы своего любовного союза. И на этот раз они готовы к разумному компромиссу.
Гороскоп карьеры и финансов для рыб. У рыб сегодня не самый лучший день для важных инициатив и начинаний. Особенно это касается времени во второй половине дня. Те действия, которые вы предпримите сегодня, не будут иметь значимых последствий и не принесут ожидаемого результата. Рекомендуется выполнять рутинную работу и не делать ничего принципиально нового. Вот и весь прогноз, мои хорошие. Спасибо вам за внимание. Я желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Успехов вам в ваших начинаниях. До новых встреч. Пока-пока.